В этом решении вы любите только факты и только правду, да? Есть такой у вас детектив Тибекин. Обратился к суде с просьбой дать разрешение получить информацию, которая находится в собственности ТОВ «Пампик», относительно затрат одного народного депутата, который через свою карточку заходил и покупал в ТОВ «Пампик» некие вещи. Я подумал, что же это такое? Может, это драгоценности? Или элитные спиртные напитки? Ну, чем еще может заниматься детектив на будущее про депутата? Я зашел на сайт ТОВ «Пампик» и увидел, что ваш детектив интересуется, что же покупал народный депутат на сайте по продаже памперсов 1,5 года. Так вот, я хочу ответить детективу, что депутат Белоцерковец покупал там памперсы, потому что у него родился сын в феврале 2017 года. Если вы считаете, что народ Украины и парламент создал НАБУ для того, чтобы ваши детективы изучали, как народный депутат Белоцерковец покупает памперсы, то я считаю, что это неудовлетворительная работа вашего антикоррупционного органа. Вы занимаетесь херней.